Дмитрий Медведев призвал региональные власти активнее работать над программами по переселению граждан из аварийного жилья, средства на которые федеральный центр выделяет через фонд содействия реформированию ЖКХ. Напомню, фонд ЖКХ уже 5-й год реализует в российских регионах программу капремонта многоквартирных домов и программу расселения аварийного жилья, а с 2013 года еще и занимается модернизацией коммунальной инфраструктуры. В июле федеральные власти продлили работу фонда ЖКХ до конца 2017 года и приняли решение о выделении ему дополнительно 20 миллиардов рублей. Однако деньги из фонда выделяются только при выполнении регионами ряда условий. Так, региональные власти должны установить четкие сроки переселения граждан, а также предоставить предложение об источниках софинансирования адресных региональных программ из своих бюджетов, включая внебюджетные источники, подчеркнул Медведев. Одна из немаловажных задач – расселение граждан из аварийного жилья. Это зона совместной ответственности федерального центра и регионов. Со своей стороны, правительство в 2016-2017 годах планирует ежегодно выделять из бюджета по 10 миллиардов рублей в фонд содействия реформированию ЖКХ. Регионы, которые рассчитывают на помощь фонда, обязаны установить четкие сроки переселения граждан по каждому аварийному дому. Это обязательное условие для получения средств из фонда, заявил премьер-министр.